Президент Казахстана провел встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Глава японского правительства прибыл в Астану с официальным визитом. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поздравил японского премьера с переизбранием на пост и пожелал успешной работы в условиях непростой ситуации в мировой экономике. Также наш президент отметил, что Казахстан и Японию связывают долговременные отношения, а сотрудничество между странами проходит без каких-либо разногласий. Мы союзники в деле ядерного разоружения. В 2013-2014 годах двухсторонний товарооборот составил около 2 миллиардов долларов. И только за первое полугодие этого года показатель составил 600 миллионов. За 10 лет японские инвестиции в нашу экономику составили около 5 миллиардов американских долларов. Кроме того, по линии официальной помощи Казахстану было предоставлено 1 миллиард 200 миллионов долларов. Казахстан, да. Я посещаю Казахстан впервые за 9 лет своего пребывания на посту премьера. Ранее мы 3 раза встречались на разных международных площадках. Это наша 4-я встреча. И мне доставляет большую радость, что на основе тех тесных связей мы активно развиваем наши отношения. Нурсултан Назарбаев также отметил, что в Казахстане работают крупные японские компании. Зарегистрировано 50 совместных предприятий, реализовано 6 казахстанско-японских проектов. На стадии продвижения находится еще 10 проектов. В свою очередь, Синдзо Абе отметил, что он прибыл в Казахстан с представителями деловых кругов Японии и надеется на конкретные результаты предстоящей работы.